Вітаем господарства. Выглядите Белсад. Дмитрий Гурневич, я Павел Мажейка, працуем в этой студии. Мы протягиваем серию передач, присвеченных политической кампании «Выборы 2015» у Беларуси. Эта политическая кампания по воле завершается, ее выник мало кого может удивить и навряд ли может быть сюрпризом. Сегодня мы хотим поговорить не столько про эту политическую кампанию, сколько про выклики, которые возникли перед нашей страной, про то, как они узмацнятся после 11 кастрычника и про то, как демократичные силы собираются их вырашать. И мы запросили в эту студию лидеров политических и громадских рухов Беларуси. Я витаю в нашей студии Андрея Дмитриева, керовника кампании «Говорю правду» и так само керовника передвыборчего штаба Тетяны Короткевич. Витаем. Так само Анатолия Лебецкую, керовника, лидера Объединенной Громадянской партии. Сергея Калякина, лидера партии «Справедливый свет». Витаю Римашевский, лидер сустаршиня Белорусской христианской демократии. Витаем. И Игорь Ляльков, наместник старшини партии Белорусского народного фронта. Витаю. Добрый день. Витаю вас. Наше первое питание. Что белорусам робить 11 кастрычника, это день голосования на так званых выборах президента Беларуси, и что вы сами особисто в этот день избираете робить? Спадар Виталий Ромашевский. 11 кастрычника, по сути, белорусские улады нам покинули сегодня только одну махчимость выказать свой протест супроть суцельной хлусни, которая отбывается и на телебачении, и у прессе, и, на жаль, уже навод у осяродзе оппозиции. Альбо подтримать этот фарс, который называется выборами, альбо его проигноровать. Так вот, я закликаю всех необыяковых людей Беларуси быть на выборчих участках только у одной якости. У якости незалежного назиранника. Для того, как зафиксовать игнорование, то есть реальный бойкот этой выборчей кампании. Особисто я буду так само подтримливать кампанию назирания. Особисто выбор мой не исти, не удельничать в этом фарсе, не подтримливать ни Лидию Ярмошину, ни Александра Лукашенко, ни той спектакль, який они нам разыгрывают сегодня, навод с несколькими кандидатами, небыто оппонентами действующей улады. Ваша позиция зрозумела. Спадар Калякін, вы починали удельничали в этой выборчей кампании. Ваш план на 11 кастрычника? Да, я начинал участвовать в этой кампании. Вы знаете, я думал о том, что люди в нашей стране все-таки рассматривают выборы как инструмент смены власти. Но я убедился, что они не рассматривают его как инструмент смены власти. Они очень хотят перемен, они очень устали от нынешней ситуации, но они хотят волшебника, который придет и решит их проблемы. Вот. К сожалению, этого так не бывает, и у меня впечатление, что многие люди все-таки пойдут на выборы. Но пойдет их не очень большое количество. В городах мы будем иметь явку на пределе 50%. Поэтому они пойдут не потому, что они будут что-то решать. Пойдут многие по привычке, просто что надо идти, чтобы за них не проголосовали. Лично я тоже пойду на избирательный участок и буду принимать участие в качестве наблюдателя за выборами. И поддерживаю Рымашевского, что сегодня очень важно, чтобы выборы все-таки были зафиксированы, было зафиксировано, что как люди проголосовали. Для этого нужно большое количество наблюдателей независимых. Надо попытаться воспрепятствовать тем фальсификациям, которые будут. Вся интрига выборов заключается в том, что при честном подсчете голосов Лукашенко не может набрать в первом туре необходимых 50+1%. Открыться на пытание, если вы будете на выборчем участке голосовать, скидывать бюллетень? Нет, я не буду голосовать. Господа Анатоль, ваша позиция по этому питанию, по 11 кастрычника? Ну, по-перше, я протягиваю удельничать у выборчей кампании разом со своей командой. Для нас это миновито политическая кампания. И вот, когда поглядеть у нас у студии, слово «выборы» тут не до места. Нам треба змагаться, как у Беларуси были свободные, сумленные выборы, как у человека было право выборов. Что дотычить стратегии поводзинов? Ну, она вельми простая, вось, бачите. Это стратегия абсолютно правильная. Игнорование выборов у нас нема, але выбор есть. И я думаю, что 11-го у нас выбор есть. Мы можем поехать на рыбную ловлю, заехать до теши, наведать ее, выпить килишек, там уже горелки, съесть блины. Можно подорожничать по Беларуси. Шмат что можно. Але нельга своим уделом консервовать тую ситуацию, якая яна есть. Той, кто придет на выборчий участок, и он мусить ведать, что его голос будет скрадены, а Лукашенко отримает карт-бланш. Велизарные проценты, там 80%. И после этого
многим кто здивится после этого, скажут, а чему у нас поднимают пенсионный возраст? Чему у нас появился новый декрет об там, так званых тунеядцах? Чему у нас появилась новая постанова 666? А Лукашенко скажет, шановные, вы 90% пришли на выборчие участки. С вас 80% поддали мне карт-бланш. Это вы за это проголосовали. Коли вы хочете это, то, коли ласка, можете идти и голосовать. Я выбираю все ж таки рыбную ловлю. Господар Дмитрию, вы маете своего кандидата, ваша политическая сила. Чи вы здивите свои позиции 11 кастрычника, пойдете дотешить, все ж таки вы будете традиционно закликать идти голосовать в этот день? Мы здивим и мы хочем здивить найперш само громадство тым, наколькі сёння шмат людзей хочуць у краіне перамены. І праз гэта здзівіць уладу. Бо менавіта тое, што яна сёння хоча, гэта дэмабілізаваць тых, хто неяк прагне перамену. Для іх самае лепшае, каб мы заўсёды сядзелі ў цешы і не вылазілі з грыбоў. І там мы галасавалі паміж грабоў, і там выказывалі свой пратэст паміж грабоў разам з грыбамі. Але калі вы грамадзяне Беларусі, мы павінны паказваць, што мы супраць. Давайте будем ширыми, як. Есть только два сегодня, две магчимости. Первое – это площа. Выходим 100 тысяч, 500 тысяч. Зараз гэты сценар подается усім вельми небеспечным. Застается только одна сегодня магчимость. Это прийти и так шматлика проголосовать супраць гэтай улады за Татьяну Караткевич, за мирные перемены, чтобы навод у тих, кто почне лечить гэтые голосы, а я не буду для себя лечить. Просто в мозгах змянілася стаўленне, і яны зразумелі, калі нешта не пачаць мяняць адразу зараз, то будзе значна горш. Чым это адрозніваецца ад папярэдняй кампаніі 2006 году? І людзі таксама бачылі, колькі галасуюць за незалежных кандыдатаў, за Александра Мілінкевіча папярэднім разам. Гэта адрозніваецца тым, што гэтым разам гэта першая кампанія, якую Лукашэнка праводзіць на спадзе эканамічным. Гэта першая кампанія, дзе сапраўды людзі будуць выбіраць паміж двума кандыдатамі. Кандидатом демократичным Татьяной Караткевич и кандидатом Лукашенком. Это первая кампания, где сапраўды мы маем большасць, якая уже зразумела, Украине потребны быть перамены, але бо будзе горш. Тому это принциповая измена ситуации. Если вы это не отчуваете, то мы проехавши 50 городов, факту, мы проехавши 50 то городов, то ваш голос будет скрадзе, да, как сказал Анатолий. Голос? Добре. Ведайте, мы уже колькі экспертов написали про тое, что есть велизарная колькость прикладов, коли приходит громада и голосуя не так, как чекая улада, эта улада обрынается. Прикладов таких шмат. Я не разумею, чему мы лишим, что мы белорусы. На гэты приклад не варты. Чили. Добра, давайте так. Давайте мы хочем, как выказались все гости. То есть Игорь Ольков, наместник старшини партии БНФ. Партия, якая у гэтых выборах заняла, ну хіба што найбольш такую неоднозначную позицию. Удзел, не удзел, не зразумела. Ваша позиция на 11 кастрычніка. Ну вось, спадар Калякін сказал про тое, что ён перакананы, что байкот не адбудзецца, ігнор не адбудзецца. Па ўсіх сацыялагічных апытаннях, як мінімум 60% насельніцтва Беларусі, так ці інакш, вось без там прислуховуешься до закликов господара Рымашевского, господара Калякина, господара Лебедьки. Если не прислуховуешься, 60% гарантовано прийде на участки. Значит, выборы по-любому отбудутся. И в этой ситуации мы ведаем, что электорат Александра Лукашенко, он прийде у весь. Там будет максимальная мобилизация. То есть он прийде у 100%. Але по социологичных исследованиях это около 40%. Натурально, але от 60%, якія прыйдуць на участкі, 40%, якія за Лукашенко, это ўжо, палічыце колькі, это ўжо амаль 80%, да? Правда? А вось спадары, якія сядзяць тут побач са мною па правую руку, яны заклікаюць, каб апазіцыйны электарат, людзі, якія за перамену ў Беларусі, яны на участкі не прыходзілі. Што ў такую выпадку перашкодзіць Лукашенко показать международным назиральникам, международной супольности. Вось реальный выник, что да, народ пришел, больше за 50%. Хай это будет 60%, но они там доводят. Добро, скажите мне тогда на питание, что у 2006 году, в 2010, навод у 2001 скажем так, было для нас, ну, задовольнение мы отримали от того, что мы и тады, и тады, и тады ведали, что вельми шмат людей, якія супраць існуючай улады. Но это не есть задовольнение от того, что мы ведаем. Мы и так ведаем, что вельми шмат людей супраць існуючай улады. Але
Пытание в том, что эти люди повинны сказать это ну, публично. И одинная махчимость. Я согласен с Дмитрием, что на площадь в этом году никто не пойдет. И одинная махчимость для людей, которые супраць этой улады, сказать, что они саправды супраць, и как это было зафиксовано хотя бы с теми уладами. Они будут, все равно они будут ведать, сколько реальный процент проголосовали супраць. Я скажу, они это ведали во все попередние выборы. Давайте так, давайте сделаем зараз. Поскольку вы прогучали тут слова правый бок вашей руки, давайте дадим реплику. Те слова, те люди, которые мают что вам сказать. Вы треба прийти и проголосовать. Вы ведаете, я думаю, на самом речь тут уже все сказано. Нашими, вось, скажем, суразмовцами. Окреслено две стратегии. Одна стратегия накерована на Александра Лукашенко и на представников уладу. То есть вот пропонуется людям пойти и переконать действенный режим. Тых нешматликих, скажем так, да, вот, вертикальщиков, сябров мясовых комиссий, самого пана Лукашенко. У тым, что вот, большинство народа супраць. Вот, кто верит в этот сценарий? Той, калі ласка, той може йти за Улаховичем, за Гайдукевичем і за Короткевичем. Анатоль, рихтує репліку. Калі у нас стратегія інша, тому що ми лічимо, що люди мають право на той, каб ведати правду, на той, каб опозиція представляла саправды альтернативу дійсну. І насамрэч шлях перамен, це шлях, звісно, масових протестів. Не радикальних масових протестів. До гэтага треба йти. А ось подманувати людей... про то, что вы идете, вы голосуете, и это на что-то уплывая, вот это как раз допомагает режиму Лукашенко заховываться еще там бесконцую колькость год. Канализовать вот эту оппозиционность белорусского громадства, это то, что делают сегодняшние кандидаты, все три, которые идут там и небыто являются оппонентами действенного режима. Кропку в этом питании поставьте, пожалуйста. Давайте все-таки сформулируем, какие наши меты и задачи. Коли мы хотим вернуть людям право выбору, коли мы хотим добиться, каб были свободные, сумленные выборы, мы повинны и пропоновать те идеи, которые ведут до этого. И вот не удел у выборчем фарсе, он отметный тем, что у першиню за 20 годов эта модель выборшая дает сбой. И она перестала працавать. Вот 20 годов приходила президентская кампания, было чакание. Люди чакали вот некого шансу. Люди готовы были идти на площадь змагаться. Это первая за 20 год кампания, коли нема ніякой цікавості. Она вельми низкая. Ну, пробачьте, коли мы збирали подписи, и треба было за людьми бегать, каб яны поставили свой подпись. Коли проводятся пикеты, а там 10-20 человек, вот лялько устоїть, и там ну, 10-15 человек. Коли у 10-м годзе у залы люди не могли убиться. Бо люди чакали перамену. Зараз у людей апатия. Зараз у людей расчарование. Выборы, так званые, по Лукашенко и життё реально людей, это две параллельные промеи, которые не пересекаются. Давайте не будем допомагать вырашать Лукашенко его меты и задачи. Его задача – отримать большую международную легитимность. Его задача – как пришли люди. Лукашенковская модель вельми специфичная. И он же народный президент. Ему потребно не просто 50%, бо коли придет 50%, то это означает поразу особисто для Лукашенко. Это вот ум недоверу. Тому яны терпят многое. Яны терпят и критичные выказывания оппозиционного кандидата. Яны терпят шмат что. Деля только того, как люди пришли на выборчие участки. А я вас пока контролирую. Давайте, 30 оппозиционеров уключены у склад выборчих комиссий. У Менску ни водного. Яким чином вы хотите зафиксовать в этой обман? Давайте так, короткие реплики. Короткие только реплики. Я просто очень коротко хочу сказать. Дело в том, что надо понять, что ни одна стратегия, ни стратегия участия, ни стратегия игнора, это не стратегия победы. Здесь просто стратегия морального выбора. Понятно, что стратегия участия это призыв в театр Лукашенко участвовать и попытаться убедить людей, что ваш голос учтут. Сколько там будет голосовать? 50% против, неважно. Голоса не считают. И, кстати, вы заблуждаете, что сами члены комиссии знают, сколько проголосовали. Этого не знает никто при сегодняшней системе. И не участие. Давайте по справедливому опустим слово Андрея Дмитрия, поскольку он представляет кандидата, который баллотуется. Мы не побеждаем. Мы говорим людям, мы не хотим участвовать, потому что это театр. Мы не обманываем людей. Все состоится потом. Не все состоится на выборах. Но, выйдя из выборов, мы будем совершенно в разной моральной ситуации. Петр Андрей, коротко только. Опошнее, все. Головное досягнение дьябла у чим? Доказать усім, что дьябла не існує.
Головное достижение Лукашенко у чем? Доказать всем, что выборов и возможности выбрать не існує. Коли вы идете на участки для голосования, это сегодня единая возможность, каб ваш голос был заличенный. Может, после он будет скраденный, может, еще нечто. Але навод, коли он будет скраденный, ведаете, коли он будет скраденный, будет что оборонять. А вот с грибами, как пойдете туда, так там и застанетесь. Добро. Дякую велике. Шановные гости, подчас этой выборчей кампании прогучало вельми шмат взаимных обвинувачений. Навод в этой студии. В этой студии еще, бадай, не накалилися. Як вы збираетесь после 11 кастрычника разом працевать? Избираете разом працевать? Домовляться? Каким чином объединовываться? Потому что простей после 11 кастрычника не будет. Господар Ромашевский. Ну, вы ведаете, у нас зараз уже идут перемовы. Я вот нагадаю, Рух за свободу огучу литерально учора про то, что по сутности они закликают подойти к усім наступным кампаниям едной. У єдності, у супольної позиції, супольної стратегії, і ніяких проблем серед нас нема. Я думаю, що ви серед представників тої стратегії, яку сьогодні представляють тут три чоловіки. За нами больше еще оппозиционных сил, и они огучивают эту позицию открыто. Основная претензия. После 11-го кастрычника мы протягнем пропоновывать людям долучаться до нас, и это наш выбор. Махчима Гайдукевич, Короткевич и кто у нас там Улахович. И Улахович так само объединяются, это их шлях. Я думаю, что люди повинны иметь шанс на некий выбор. Основная претензия, основная претензия была до оппозиции как раз у этой выборчей кампании, это немахчимость выказать, дать громадству тем людям, которые необыяковы, которые хотели бы изменов в Беларуси, отсутность возможности дать ясную, одиную стратегию, одиное разумение, что мы робим, как робить, и так далее. Но вот в этой студии показано, что мы по 11-м кастрычнику не можем домовиться. Вы видите, сегодня тысячи людей выходят на акции протеста. Наступная будет 4-го кастрычника супроть российских войсковых баз. Это соправданное однание людей про сдеяние. И, ведаете, за последний месяц ситуация изменилась. По сутности, будем ширвень сказать, интрига выборов скончилась, так званых, да, после того, как ни один жесткий оппонент Лукашенко не был зарегистрован. Одразу там и курс рубля отпустили и так далее. И сегодня, как николи, вот у нас есть шанс соправды зробить працу над помылками. Я с вами сгодный. То, что мы не пришли с одним кандидатом, с одной стратегией, это наша помылка, за якую мы несем отказность. Мы ее постараемся выправить и працуем над этим уже. Я бы хотел Игоря Лялькова почуть, крыласка. Ну, я думаю, что на самом речь, после 11 кастрычника ситуация у демократичном лагере, она изменится. То есть то, что господар Ромашевский каже, что там тысячи людей выходят на акции протеста, это неправда. На самом деле мы не бачим этих тысяч людей, которые выходят на акции протеста. Ну, я приходил, я был и на первом пикете Статкевича Некляева, и на другом пикете. Я не бачу там тысяч людей. Вас не ображает, что Виталий Ромашевский поставил вашего кандидата в один шерах с Ну, это особистая думка Виталия Ромашевского. Я не думаю, что за ним стоят некие там тысячи людей, которые лишь так. За нами стоят те люди, которые приходят там на встречи с Татьяной Короткевич, которая уже объехала больше... Коли лишить и этап сбору подписов, и этап агитации, уже больше за 70 городов, огульная колькость людей, которые пришли на встречу с Татьяной Каркеш, выказали ее слова поддержки на шмат больше, чем те, которые собрались в Менску поддержать господара Ромашевского и компанию. И эти люди... Попросилинку, ваша шарха дойдя. Господар Сергей Калякин, тут прозвучало с устного господара Лялькова, что фактично Татьяна Короткевич один наймацнейший демократичный кандидат. Це ви после выборов, демократичный на сегодня. Может, захочете объединяться вокруг этого кандидата разом с другими? Максима, вы можете так само уплывать на этого человека, коли кто-то имеет претензии, что она не вельми радикально ставится до влады, не так ее критикует, то, Максима, вы своими авторитетами сможете ей помочь в этом? Да не в этом вообще дело. Вот мы как-то тут ошибку допускает Ромашевский, когда говорит, власть не зарегистрировала там оппозиционных кандидатов, которые жестко выступали. Власть зарегистрировала всех, кто хотел зарегистрировать. Захотел бы Калякин, он тоже был бы рядом с Короткевич. Но для этого нужно было сделать моральный выбор. Точно так же, как в 2006, то есть в 2010 году. Вот и все. Але ты не имеешь ввиду пошли на выборы. Это учим отрознивание от Короткевича вас. Того, как это Сударь произошло. Сергей, учим отрознивание помеж Короткевича вами. Отрознивание в том, что она выбор такой сделала. Что она
пошла на то, что она нужна сегодня в качестве зарегистрированного кандидата. Сергей Иванович, а что хотя вы могла, вы могли хотя, собрать так само хотя подписи, я еще раз, убежден, что у нее оснований для этого по Конституции не было. Что как у меня. Что 12-го Костричника? А 12-го Костричника вообще разговор о том, что будет между собой оппозиция решать, он вообще должен уйти на второй план. Если мы будем по-прежнему вот работать в том плане, кто с кем как сядет, то мы опять проиграем очередной раз. Нужно перестраивать работу с населением, потому что сегодня, к сожалению, оппозиция сама по себе, а большинство людей сами по себе. Они уже не с властью, но они не с нами. Это претензия так само и до вас. Вот это нужно, поэтому нужно говорить с людьми о том, что они хотят, а не о том, кто как с кем сядет и все остальное. Але нас стыкаюсь, это будет разное. Одним голосом люди нельзя говорить с одним голосом, с разными людьми. Есть люди те, которые за союз с Россией, есть те люди, которые за путь в Европу, есть те люди, которые выступают за чисто белорусский язык, чтобы не было русского языка вторым языком. Есть, которые наоборот. Люди все разные. Поэтому с ними надо говорить тем языком, который они готовы слушать. Поэтому оппозиция тоже должна быть разная. Но мы должны быть в одном. Есть единство. Мы должны быть за то, чтобы мы жили в стране демократической, где люди демократическим путем, на выборах, решают, куда двигаться стране. Страна двигается туда, куда указывает указующий перст проснувшегося утром одного человека. Господар Анатольевич, вот политический оптимист так себе позиционуя. Вы, Максима, трохи оптимизму дасте. И ведаете, как выйти из этого лабиринта. Ну, куда ж тут без меня? На конт оптимизму. Спочатку будем реалистами. Вот это первая кампания. Это уже страшно учить. Коли видовочно, что есть разлом не только у оппозиции, але и подел идеи и сирот экспертной супольности, и сирот журналистов. Две стратегии, два подыходы. Один. У эту систему, якая існуе, можно интегроваться, можно убудоваться. И там по крышечку день за дня нечто робить там пальцем мур и нечто может будет про 20 годов. И другая стратегия. З уліком финансово-экономичного кризиса, кризиса выборчей модели, потребно менять эту систему. На практике это означает одно. Коли нам удастся, коли явка будет вельми низкой, альбо коли придет туда 60%, але они придут под пугой, коли их туда примусить прийти, это вельми истотно зафиксовать этот настрой. Потому что экономичный кризис будет только нарастать, как минимум еще 2-3 года. Наша альтернатива есть. Это программа «Миллион новых працовных мест». Скажу так, с 1 червня езжу по Беларуси. Люди вельми позитивно воспринимают вот перемены экономичные, что им потребуется. Новые працовные места, занятость, заработки и так далее. Вот это экономичная альтернатива, на какую будет попыт. И я думаю, оппозиция тут может домовиться, как иметь супольное послание. Может быть, я свыше оптимист, но я хотел бы почуть от вас всех, ну, нечто такое, что мы готовы отмовиться от наших своих, вот таких кожных, мая своих программ, амбиций и так далее, и в вынику сказать, мы идем одним фронтом. Мы можем сформовать, вот та большая, которая тут сидит, один из спис вы показываете только на парламентскую... Ну, БНФ так само, дельничая, БНФ... Ляльков это не БНФ, я так думаю. Может, я помыляюсь. Ляльков так само, давайте будем вельми докладными. До первой акции вы не дошли. Мы вас встретили по дороге. Так что вот с маленьких дробязей начинается некий недовер. Да. Так вот, до чего может довести еще важную думку, я хотел бы сказать. До чего может другий сценар привести? Мы объединяемся, створаем один из список, тиск. Потому что игнор – это есть тиск на уладу. Когда люди не приходят, ее нечто треба менять. Треба поменять правила гульни. И у нас есть шанс перед парламентской кампанией изменить правила, и тогда отбудутся нечто подобное на свободные субъединенные выборы. Коли этого не отбудется, будет иншее. Российскую речаисность на белорусский политический ландшафт. И парламентская кампания снова пройдет, как и выборы в 2015 году, и появится, может, несколько маленьких, дробных фракций. Белорусский Жириновский, белорусская там Миронова, белорусский кто там, Зюганов. И все. Люди, громадство ничего не отримает. Господин Андрей Дмитриев, вы ставите креску на дыл, коли быть докладным зараз. Если ваш кандидат, вы представляете практически ту самую позицию, зараз откажете, мы мусим быть справедливыми до всех. Зараз откажете. Господин Андрей Дмитриев, если вы собираетесь домовляться с подарами по вашу левую руку после выборов, или вы худшее уже будете, ну, я не ведаю, царом на политической сцене, маючи кандидата, который один пошел, демократичных сил на выборы. Наместником царя, Максим. Зараз мы скажем. А сам речь, мы за этот период никому
спадароў не адказывалі, нікога не крыўдзілі. Спецыяльна разумеючы, што вось гэтая крыўда, якая зараз у іх ёсць, яна пройдзе і трэба далей жыць. Але я б хацеў нагадаць, што тое, што кажа спадар Віталій, тое, што скажа спадар Анатоль, гэта ж паўтарэнне пройдзенага. А што, ў 2007 годзе Мілінкевіч адбелівацелем М не быў, і гэта не АГП працавала супраць яго ў тым ліку. А што Віталь не крытыкаваў таксама менавіта такімі словамі, што Мілінкевіч ідзе на супрацу з рэжымам, там ужо дамовіўся з Макеем. Я ўжо памятаю, як у 2008 годзе казалі, рух ужо атрымае пад легітымізацыю там месцы ў парламенце. Все гэта старыя показкі. І ў гэтым палягае галоўнае сёння падзел, як кажа Анатоль. Сёння ёсць частка апазіцыі, якая кажа, нам не падабаецца мінулае, мы ё хочам адматаць, адкруціць, нешта там перарабіць, ну там нешта не так было. Ёсць іншая частка апазіцыі, якая кажа, так, мы згубілі 20 год. Гэта праўда. Гэтым ёсць наша віна, гэтым ёсць віна людзей, гэтым ёсць віна рэжыма. Але давайте думаць, як не згубіць наступныя 20 год. І трэба і таму, якбы дзеля вось гэтых наступных 20 год, мы гатовы дамаўляцца, мы будзем адкрытымі. І не будзем гляць у гэту гульню, ой, вось у нас ёсць адсоткі, а у вас няма. Слухайце. 110 парламенцкіх акругаў, кожная 60 тысячаў выбаршыкаў. Добра, каб вы прысутныя тут сапраўды не проста паставілі там кандыдатаў, ведаеце, якія будуць фармальна стаяць, а каб там былі моцныя каманды, якія прадуць моцныя кампаніі. Але тут таксама пытанне. А чаму раптам у 16 годзе ўлада павінна прапусціць кагосьці ў парламент? Гэта зноў яшчэ адна покуска, якую Анатоль прыдумаў. Да ніколі, бо для самая страшная для ўлады не яўка, нават не галасаванне можа быць. Самае страшнае гэта калі ўнутры сістэмы з'явіцца чалавек, які здолее, калі ўся зала парламенцкая сядзіць, встаць і сказаць: "Я не згодная". І вось з гэтага пачнецца дэмакратыя. Добра, мы зараз гаворым не пра перспектыву 20 гадоў, а пра перспектыву прынамсі наступных 5, бо у нас такі некія цыклы выбарчыя. Спадар Віталій, вы будзеце мець яшчэ слова. У нас яшчэ некалькі хвілінаў да канца перадачы, нават больш. Спадар Ігар Лялько. Я хацеў бы звярнуць увагу проста тут прысутных, калі кажуць, што там ёсць арганізацыі, якія там падтрымліваюць, не падтрымліваюць. Давайце паглядзем спіс даверных асобаў кандыдатаў прэзідэнты Таціаны Караткевіч. У гэтым спісе з 30 чалавек, это людзі, якія найбольш укладаюцца ў кампанію. Ёсць 6 сябраў партыі БНФ, гэта пятая частка ўсіх кандыдатаў. Там ёсць сябры партыі «Справедлівы свет», там ёсць сябры аб'яднанай грамадзянскай партыі, там ёсць сябры беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». І вось гэты падзел, пра які тут зараз кажацца, сапраўды праходзіць не паміж арганізацыямі, а людзьмі ў дэмакратычным лагеры. Спадарства, мы абяцалі гледачам не зацыклівацца на гэтых выбарах. Давайце перайдзем да наступнай тэмы. Што на працягу, спадар Віталій, давайце, мы вас запрасілі, вы наш госць, і мы задаем пытанне. Што на працягу наступных 5 гадоў апазіцыя плануе зрабіць якасна новага, апрача як чакаць чарговых выбараў, ці то парламенцкіх, ці прэзідэнцкіх, ці будзе гэта якасная новая праца? Які ў вас ідэі на гэты конт? Беларуская хрысціянская дэмакратыя, тады дазвольце я ўжо пачну. Па-першае, мы не абвінавачвалі ні аднаго кандыдата. Ні супраць Гайдукевіча, ні супраць Улаховіча, ні супраць там Караткевіч, не было выказвання з боку беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў. Гэта іх выбар, гэта іх шлях. Адзінае, супраць мы чаго, гэта супраць таго, каб людзям хлусілі. Беларусы не бараны. І прабачце казаць, што ад таго, што яны зараз укінуць бюлетень, і яго будуць лічыць, это паўплывае на ўлады нейкім чынам, это хлусня. Беларусы вартыя таго, каб ведаць праўду. Ты не мінчай, это не адказнае пытанне, што вы будзеце рабіць? Кожны чалавек мае шанец на перамены, на змены. І таму вось мы таксама адкрытыя да супрацы з усімі тымі, хто перастане хлусіць, хто зменіць сваю пазіцію ў дачыненні да дзейснага рэжыма. Што тычыцца беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Што датычна беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Беларускія хрысціянскія дэмакраты ў гэтай кампаніі саступілі. Іншым мы не выставлялі, не вылучалі свайго кандыдата, на гэта таму, каб не павялічваць там канкурэнтнасць. Мы гатовы былі падтрымаць адзінага кандыдата. Гэта стратэгія застаецца незменнай надалі. Але самае галоўнае, ва ўмовах адсутнасці свабодных і справедлівых выбараў, мы лічым, што сёння мы павінны рабіць грамадскія кампаніі, мы павінны рабіць палітычныя кампаніі ў падтрымку тых праблем, на вырашэнне тых праблем, у которых актуальны для большасці беларускага грамадства. Сёння беларуская хрысціянская дэмакратыя, мы рыхтуем кампанію за рэформу медычнай сістэмы. Ведаеце, выбару няма, гэта хлусня, што яны ў нас ёсць у Беларусі. Але ў Беларусі ёсць людзі, здольныя на супраціў. Мы гэта верым, што людзі здольныя аб'ядноўвацца хаця б дзеля вырашэння сваіх праблем, бо сёння
те проблемы, про которые говорят христианские демократы, это пенсийная реформа, это и медицина, это шерох инших актуальных реформ, это беда людей. Люди пакутаются от гэта, белорусский народ гэта, от гэтага помирая, покуль мы тут с вами вырашаем там, кто лепший сярод оппозиции, с кем бедноваться. Мы пропонуем яднання на подмурку дзейнасці. Вось у нас есть кампания и с тыми, з'явление праз некалькі месяцев войсковой базы у Бабруйску, у Беларуси. Неважно, але тое, что гэта база будзе, уже, хіба што ніхто не сумняецца. Пытанне, ці мы, вы дакладней зміріцеся з з'явленнем гэтай вайсковай базы, так як змірыліся з папярэднімі, так як змірыліся фактычна з расійскай АЭС у Беларусі. Беларускія хрысціянскія дэмакраты пачала масавы подпіс, збор подпісаў па ўсіх гарадах. Я сам удзельнічаў у многіх рэгіянальных гарадах, і я вам скажу так, што людзі могуць ставіцца лепш да Расіі, чым да НАТО, могуць наадварот, но ўсе без выключэння супраць замежных войсковых баз на территории Беларуси. И мы маем уже сотни подписаний. Публично. Это кандидат у президента Республики Беларусь Татьяна Короткевич. И про пенсійную реформу, и про реформу системы охраны здоровья. Ось один человек, который на сегодня мает возможность встречаться с великой количеством людей и огучивать эти проблемы. Но, сгодится, артикуляция трошки иншая, когда человек говорит, что я супрать всех военных базов и супрать конкретной, супрать какой-то треба змагаться зараз. Это иншая артикуляция питания. У другим выступе на БТ Татьяна сказала наупрост. Я суп, зараз идут спрешки на контрроссийской базы, я супрать. Беларусь повинна быть нейтральной и мирной. И мне дальше подается, что это одно из тех питаний, которое объединяет, не знаю, как на кого-то Сергей Иванович, но объединяет большинство тут присутствующих. Безумовно, нам не потребна еще одна российская база, безумовно, треба, как бы, в 2020 году... Ну, вось будет супрать российской базы пикет. Татьяна Короткевич долучится до пикета супрать российской авиабазы? Это будет супольная акция оппозиции в России. Так, например, вы своих прихильников будете закликать, да, и на ней приходите? До нас никто не звернулся. Ну, вот зараз, мы разглядим, нема питания никакого. Что значит запрошали? Никто не звернулся, не запросил, але просто у ей уже есть график, певно, да, який выбудено. Але мы долучимся, я обов'язково прийду. Мельков присутничал на двух пикетах. И не чул, як праз мегафон двойчы, у тым ліку Некляеў сказаў, што ён запрашае, і Караткевіч персанальна. Так что, ну, давайте у маленьким... Почему у пикета чул? Да. Ну, вот так вы говорите, что... Давайте мы зараз про дробные речи говорим. Кто кого запрошал, что робить за этой российской базой? Какая у вас есть стратегия, план на этот конкурс? Можно я скажу про планы все ж таки? Видаете, что вот как раз... Вы будете змагание за простору свободы. И коли тут говорить, что, ой, нам улада дозволила там нечто сказать, выступить, ну, пробачьте. Улада заўсёды будзе вам даваць нешта рабіць толькі тады, калі вы ёй у нечым дапамагаеце. А вот нам на сённяшні дзень, нам ніхто не перашкаджае. Мы выходзім у цэнтр Менска, мы прыходзім на праходную МАЗа, трактарнага завода, бяром мегафон, гаворым пра праграму «Мільён новых працоўных месцаў». 11 числа закончыцца. І гэта трэба рабіць пасля 11-га. Але для гэта патрэбны высілкі ўсіх. Нам треба не бояться отвоевывать это. И треба створать новую силу. Бо у той конфигурации, якую сегодня мы маем, и политическая оппозиция, и громадянская супольность, мы не ее сила уплыву для людей и тиску на уладу. Такой силой можно было бы, коли была вот эта сценар игнорования, оставить уладу сам на сам со своими такими клоунами и подтвердить кризис модели выборшей, это был бы наш шанец, как добиться перед парламентской кампанией измены выборшего законодательства, право применяльной практики, тогда поделить округи и выйти с одним посланием до громадян. Это перемены. Бо я, пробачьте, почитал программы уважливо всех. Самая лепшая экономичная программа, пробачьте, это у Александра Лукашенко. Написанная. Нечаканный поворот. Написанное тому, когда мы говорим про некую альтернативу, то пробачьте, вот на вот подчас этой кампании, на вот их формальностях не смогли вылучить реальную программу экономичных перемен, якія потребны сегодня Беларуси. Сергей Иванович, коли ласка, вы больше таки прихильник тесных контактов с Россией. И тут... Не, ну, мы ж не про базу вроде начали говорить, потому что если вы упретесь в базу, то это людей большинство абсолютно не волнует. Это вопрос не топ вопрос, который волнует людей. Людей волнует, как это на еду, собирать, чтобы семью накормить. Как Але это только детей, самое важное у державы, разумеется. Вы разводите до материальных своих выгодов. Я еще раз вам говорю. Если вы хотите придумывать темы, которые вас интересуют, интересуют определенную часть, очень важные темы,
Но это не топ-темой в общественном сознании. Вы так и будете находиться демократическом гетто. Вы лечите, что заявление войсковой базы при любой военной агрессии мы окажемся вот этой мишенью? Еще раз говорю, я не говорю, что это неважный вопрос. Во-первых, надо еще разобраться. Пока мы члены УДКБ, ни одна, две базы, три, ничего это ни угрозы не добавляет, ничего. Мы являемся целью, мы целью для НАТО являемся уже. Как члены УДКБ, как в военном союзе Беларуси с Россией. Поэтому одна база, тут две, это не решает проблемы. База инша, там знешальники, разумеете, вы блытаете понятия. Что я вам говорю? Ну, мы с вами говорим о будущем. Поэтому, если вы хотите говорить о будущем, то надо говорить тогда с людьми о зарплате, о ценах, о жилье, о здравоохранении. Плюс база. Об образовании, плюс о базах, ну плюс. А не только о базах. А никто не кажет только про базу. А вы сейчас вот пытаетесь всю передачу про базы свести. Мы И самое главное, что сегодня не делать, что мы должны делать? Надо разоблачать Лукашенко и созданный им режим. Не удалось это пока нам сегодня. Лукашенко сегодня пока. Мы живем хуже. А люди, читайте последний опрос НИСЭПИ. А у него рейтинг вырос. Потому что виноваты в этом Украина, Запад, США, кто угодно. А не Лукашенко. А по сути-то... Он виноват, потому что как только не стало дотации миллиарда с России, так и голый он стал, поэтому и зарплаты платить не можем. И уже, как бы, так сказать, на четверть зарплаты упали с начала года в долларовом эквиваленте и все остальное. А не потому, что там на Западе кризис. Польша тоже в кризисе мировом, но у них нет этих проблем. Хотя они тоже, так сказать, вовлечены во все мировые процессы. А мы про это не говорим. Мы упираемся в какие-то, ну, мифические вещи. Сергей, и поэтому Короткевич, хочу сказать, Короткевич не разоблачает Лукашенко. Не разоблачает она Лукашенко. Вот она говорит в целом, говорит, она говорит, после дня выборов. Что сделает конкретная оппозиция вашей структуры для выкрывания Лукашенко? Есть в руках у каждого инструменты. Вот, допустим, у Анатолия в руках инструмент. Миллион рабочих мест. Когда Лукашенко пытается ее критиковать, он просто неуч. Когда он говорит, куда мы денем миллион рабочих мест, если он будет. Он просто неуч, потому что он не понимает, что у него в программе было записано, которое ему написали умные люди. 80 тысяч рабочих мест надо ежегодно создавать. Давайте про экономику. Нет, я про экономику говорю. Поэтому у нас есть программа, новый экономический, социально-экономический курс. Он корреспондируем. Давайте будем говорить, что у оппозиции есть другой курс социально-экономического развития. Отличный от Лукашенко, который позволит нам жить нормальной европейской страной при хорошем благосостоянии. А Лукашенко, если чем дальше он будет, тем будет хуже. И люди это будут убеждены. Если то, что будет хуже, они уже убеждены. Но они не видят альтернативы. Кризис у Беларуси поглыбляется экономичный. Але в той же час мы не бачим массовой незадоволенности людей. Принамсі, это не материализуется у выгляде акций протесту. Великая незадоволенность людей. Но принамсі, так это повинно было бы выглядать. Це означает это, господар Андрей Дмитриев, что по сутности люди... Не хочуть гэтай альтернатывы, якую прапанова пазіцыя. Ма на мазі эканамічныя планы, усе гэтыя праграмы. Ну, бы, калі іх нема на вуліцах, калі не пратэстуюць, значыць, у прынцыпе, не ўсё так кепска. І змены ім вялікія не патрэбны гэтым напрамку. Кажуць, што пратэсты адбываюцца, калі ёсць два асноўныя складнікі. Першае, ёсць безумоўнае пагаршэнне сітуацыі, ну, якое відавочна ёсць сёння. А другое, гэта калі людзям цалкам зразумела альтэрнатыва, якая станецца праз іх дзеянні. Чаго яны даб'юцца сёння? Вось зараз тут спрачаюцца, крытыкуе Караткевіч ладу, не крытыкуе. Галоўнае, што робіць Караткевіч падчас гэтай кампаніі, яна кажа, як будзе па-іншаму. Што будзе па-іншаму эканомікі? Мы дадзім працаваць прыватнаму сектару. Што будзе па-іншаму прамысловасці? Будуць антыкрызісныя праграмы. Не будзе дыктата чыноўніка над прадпрыемствамі. Што будзе па-іншаму з заводамі? Тыя заводы, якія не здольныя працаваць, трэба прыватызаваць, трэба прадаваць, трэба на гэта рашацца. Вось, зразумейце, насамрэч, калі вось зараз бы з гэтай перадачы можна было вынуць неяк вось гэтыя асабістыя крыўды, асабістыя нейкія, можа быць, нават страхі. Пакінуць толькі адно. Толькі тое, што ёсць Лукашэнка, які кіруе, як кіруе. І я тут, дарэчы, не згодны з Сергеем Івановичам. Расійская база, сама па сабе, яна, канешна, людзям не цікава, але яна яшчэ больш тут зробіць моцным як бы, пазіцыі вось таго кіравання, супраць якога мы выступаем, зразумееце? Тых пераменаў, супраць якіх мы выступаем. Яна будзе абараняць тое, як сёння кіруецца краіна. Так вось, насамрэч, далей не важна.
У Анатолія своя программа, у нас есть народный референдум. Ведь то, что они говорят, это именно то, что мы делаем последние два года, когда ходим и говорим, реформа адукации, реформа медицины, два термины, обирать мэру, добрые стосунки с ЕС, это докладно то же самое. Зараз нема тих спречек, розумієте? Зараз спречка тільки у одним, і тому до її завсюди не вертаються. Ці подобається нам Короткевич, ці зготовує ми сказати так, так сталося сьогодні. Шановний, що ви повинні це признати. Вельмі подобається. Ці, почекайте, я зараз... Олександр Лукашенко, програму найліпше. І коли ми зараз винім питання Короткевич, і покинем тільки питання одно. Чому люди не выказываюць свае меркаванні, гэта таму, што яны не разумеюць, а за каго і за што трэба іх выказываць. І так, гэта працэс доўгі. І сёння Караткевіч робіць усё, каб сказаць людзям, у вас ёсць меркаванне, у вас ёсць за што яго выказываць. І гэта не толькі Караткевіч, разумейце. Я ўпэўнены, што шмат людзей прагаласуе за тых, які яе не падтрымліваюць. Мы гэта разумеем. Яе асабіста я маю на ўвазі. Яны, можа, прагаласавалі б за Анатолія, за каго яшчэ, але зараз гэта так сталася. А пасля 12-го нам трэба сканцэнтравацца толькі на адным. У нас будзе вельмі маленькі прамежак часу да парламенцкіх выбараў. І нам трэба людзям вельмі добра патлумачыць. Добра, вельмі коротка. Вітаю, Рымашэўскі, і на той пасля. Што мы прыйдзем з альтернатывай туды. І заканчваем. А мяне павогулі голосу, да, пазбавляеш. Напэўна, гэта праца, такая палітыка, ўшмат казаць. Вось беларускія хрысціянскія дэмакраты... У гэтых умовах, в яких мы знаходзімся, мы стараемся паменьш казаць, пабольш рабіць, потому что свабодных выбараў нема, а людзі жывуць у гэтай бідзе, карупцыі беспрэдзелі. І вось мы прапануем канкрэтныя крокі, потому что наша кампанія это і наша задача не чакаць міфічных выбараў, не падманваць зноў людзей, што ад выбараў штосьці зменіцца. Канкрэтнае патрабаванне. У нас ёсць уже прыклады, калі мы, дзякуючы масавай падтрымцы людзей, сабраным подпісам, падрыхтаваным юрыдычным прапановам, прымушалі гэтую ўладу нават мяняць законы. Хаця б у нейкім нечым малым. Таму канкрэтныя рэчы, канкрэтныя кампаніі, каб прымусіць уладу вярнуць бясплатную медыцыну, даступную для ўсіх у Беларусі, вярнуць годныя пенсіі тут, не абяцанні і не проста выказванні, што мы за гэта. Але мы робім грамадскія кампаніі, накіраваныя на грамадскі ціск, на дзейсны рэжым. Ось, далучайцеся да гэтага ўсе. Трэба ствараць ціск на ўладу. Сама яна не пойдзе на рэформы. І мы мусім скарыстаць тую мажлівасць, што Лукашэнка ўжо збірае з Мікалаем рэчы для еўрапейскага турне. Мы мусім скарыстаць тое, што Лукашэнку вельмі патрэбны крэдыты. Бо без крэдыта ў бліжэйшы час той эканамічны тупік, у якім мы знаходзімся, ён стане яшчэ больш відавочны для людзей. Гэта ўсё падставы для гэтага ціска. Калі недастаткова людзей прыйдзе на выбарчыя ўчасткі, калі міжнародная супольнасць далучыцца да гэтага ціску, у нас ёсць шанец у лістападзе перадаць змены ў выбарчае законадаўства і правапрымяняльную практыку. За 6 месяцаў да парламенцкай кампаніі змяніць законадаўства і правапрымяняльную практыку, дамовіцца аб супольным пасланні, яно мусіць быць сістэмныя рэформы ў эканоміцы, пра свабодныя сумленныя выбары і дабіцца, што мы вернуліся хаця б у 95-й год, калі ў нас былі адносна свабодныя сумленныя выбары і там з'явіліся дэпутаты, якіх абралі людзі. Калі мы не рэалізуем гэты сцэнар, то ў нас у лепшым выпадку з'явіцца беларускі Жырыноўскі, беларускі Зюганаў, беларуска Міронава у палаце прадстаўнікоў, якія будуць прызначаны, а не абраны грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. Гэта азначае кансервацыю і эканамічны тупік. Вакол вот гэтага сцэнара бліжэйшая, мы будзем прапанаваць яднацца ўсім здаровым сілам. Анатоль, дзякую. Ігар Лялькоў, прадстаўнік самай старэйшай партыі, заканчваючы праграму. Я хачу сказаць, што вось тое, што агучыў спадар Віталь Рымашэўскі, гэта сапраўды, ну, вельмі важна, і я думаю, што пасля 11 кастрычніка нам якраз варта аб'ядноўвацца вакол таких темов, про которые мы можем тиснуть на уладу, да, то есть как бы темы там адукации, аховы здоровья, в принципе, всего того, что есть в программе Татьяны Короткевич, там это все прописано, и под тиском на уладу по этих темах нам варто объединяться. Я думаю, что вот вельми оптимистично прогучало, у нас есть кропки судотыкнения, я думаю, что мы можем знаходзіць агульную мову і можам разам працаваць. Я думаю, што гэта все будзе не так песімістычна, як вы сябе бачыце пасля 11 кастрычніка.
Дякую глядачам, дякую сьогоднішнім нашим гостям Андрію Дмитрієвому, Анатолію Лібецьку, Сергію Калякіну, Віталію Ромашевському і Ігорю Лялькову. Ми з подарунком запрошуємо залишатися разом з нами так само і завтра. Сьогодні для вас працювали Павел Можейко, я Дмитрий Гурнєвич, а завтра у нашій студії буде чоловік, прозвище якого сьогодні гучало бодай найчастіше. Це Тетяна Короткевич, апроча нас, з нею буде комунікуватися наша студія, наша публіка. Будьте з нами завтра на Белсаті, залишайтеся разом з нашим телеканалом. Бувайте!